В этом доме уже которое утро непременно доброе, ведь встречает его семья на восстановленной кухне. Муж уже на работе, кто-то из детей в школе, но каждый раз именно за этим столом собирается вся семья. А ведь чуть больше года назад пожар полностью уничтожил это помещение. Анастасия Колесник тем ранним утром даже не сразу поняла, что в ее доме пожар. Когда вышла на улицу, там уже зарево. Хозпостройки уже горели. Вот, и огонь уже, так как было ветрено, и огонь уже перекинулся на угол дома. Первым загорелось это вот это помещение, это была кухня. И сразу следом пошла детская, где как раз у меня вот полугодовалая спала в кроватке. И еще одна дочь 6 лет. Вот, я быстренько всех детей подняла, вывела на улицу. Ну, нам хватило времени, буквально за 20 минут мы уже были на улице. Вот, как говорится, в чем спали, в том, кто в трусах, как говорится, и в маечке. Кто босиком, кто как был, так и выскочили. Пожар случился в июле прошлого года. Соседи помогали вынести документы, спасти хоть какие-то вещи. А самое главное, вспоминает Анастасия Владимировна, успели вынести газовый баллон. Для семьи начались месяцы скитаний по друзьям и съемным квартирам. Деньги на восстановление дома выделила администрация города, МЧС, одежду и продукты питания, социальные центры. Так и собрали детей в школу. Остатки лета и всю осень в доме кипела работа. Друзья, знакомые, люди просто с улицы, даже вот просто люди здесь на Самарке, они помогали. Кто приходил, гипс крутил, кто приходил, сантехнику мальчишки, кто сантехники делали. Короче, кто на что гораст, все приходили и все помогали, делали. Как бы вот так сообща. Мы восстановили и переехали уже в ноябре месяце, мы уже были дома. Конечно, работы в доме еще очень-очень много. Ну, пока в детской нет обоев, а малыши как могут украшают свои стены. Ну, а взрослые оптимисты надеются, что все вскоре сделают, тем более у них есть опыт малярно-штукатурных работ. Строительные материалы, двери, мебель – все это предоставил Центр социальной поддержки населения. С погорельцами, которые обращаются за помощью в центр, работает специалист. Специалист разговаривает с семьей, понимает, что нужно для этой семьи, какая конкретная помощь. Но первое, это, конечно, это продуктовый набор, вот, потому что продуктов, если сгорело все, продуктов нет. Продуктовый набор и одежда. То есть мы полностью одеваем, ну, по мере возможности. Вот, и потом работает специалист уже по строительным материалам. Вот, обращается конкретно по семье к предпринимателям, и вот кто что даст, то мы и предлагаем. Оказать поддержку может любой амич. В щедрый вторник, 3 декабря, в крупные торговые комплексы и супермаркеты, их адреса указаны на экране, можно будет принести продукты длительного срока хранения. Их передадут семьям, пострадавшим от пожаров. Денис Ионас, Юрий Дорошенко, Антенна 7.